Безопасность с первых дней жизни. В ульяновске будущих мам учат правильно использовать детские удерживающие устройства. Дорожные инспекторы проводят специальные тренинги в родильных домах и перинатальных центрах. На встречах поясняют, почему младенцы являются самой незащищенной категорией участников дорожного движения. Знания закрепляют на практике. Здесь пациентки пробуют сами правильно фиксировать ребенка в автолюльке. Прежде всего, чтобы дети реже появлялись в сводках дорожных происшествий. Только в минувшем году зарегистрировали 115 таких аварий. Обязательно приму к сведению своему. Столько много интересного про автолюльку нам рассказали, про правила дорожного движения, как вести себя с детьми. В финале приятные подарки от госавтоинспекции. Световозвращающие брелоки и сувениры для пешеходов.